Соединение со спутниками установлено. Через 300 метров – пешеходный переход. Через 600 метров – поверните направо. На перекрестке поверните направо. Поверните направо. Впереди полицейская засада. Контроль скорости 40 км в час. Через 350 метров контроль движения по полосе общественного транспорта. Поверните налево. Впереди начало контроля средней скорости автодория. 60 км в час. Через 600 метров конец контроля средней скорости автодория. Поверните направо. Через 350 метров контроль движения по полосе общественного транспорта. Через 750 метров контроль движения по полосе общественного транспорта. Через 650 метров контроль движения по полосе общественного транспорта. Через 950 метров контроль движения по полосе общественного транспорта. Вы приближаетесь к промежуточной точке маршрута. Через 500 метров ограничение скорости 40 км в час. Через 850 метров контроль движения по полосе общественного транспорта. Через 550 метров полицейская засада, контроль пешеходного перехода. Через 950 метров стационарный пост ДПС. Через 950 метров полицейская засада. Контроль скорости 40 км в час. Через 400 метров полицейская засада. Контроль обгона и пересечения сплошной линии. Через 900 метров полицейская засада. Контроль обгона и пересечения сплошной линии. На перекрестке поверните налево. Поверните налево. Через 200 метров – железнодорожный переезд. Через 400 метров – железнодорожный переезд. Движение без остановки запрещено. Через 250 метров – радарный комплекс фиксации нарушений. Через 400 метров – возьмите правее. Через 900 метров – начало населенного пункта. Через 850 метров – полицейская засада. Контроль скорости 60 км в час. Через 900 метров – контроль скорости 60 км в час. Через 550 метров – будьте внимательны. Через 600 метров – контроль скорости 80 км в час. Через 600 метров – контроль в спину. Через 3 км – 300 метров – круговое движение, первый съезд. Через 300 метров – ограничение скорости 40 км в час. Впереди – ограничение скорости 40 км в час. Соединение со спутниками установлено.